Большая Балашиха Лайф. Новости. В многофункциональном центре городского округа Балашиха состоялась рабочая встреча представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В мероприятии принимали участие глава города Евгений Жирков, председатель совета директоров предприятий и предпринимателей Рустам Гатаулин, президенты торгово-промышленных палат Анатолий Шестаков и Сергей Яковлев и другие официальные лица. В приветственной речи Евгений Жирков отметил важность открытого диалога власти и общества. Я вам желаю сегодня плодотворной работы. Наверное, нужно обменяться без всякого стеснения мнениями. Интересная работа нам предстоит. В ходе встречи предприниматели задавали интересующие их вопросы, которые касались не только развития и поддержки бизнеса, но и развития самой Балашихи, в том числе удаленных территорий. Глава города, отвечая на вопросы, в очередной раз обратил внимание на взаимодействие власти, бизнеса и общества. Сочетание работы власти, бизнеса, общества. Вот это, наверное, самое главное вообще в общем процессе, который приводит к положительным результатам. Напомнил Евгений Жирков и о работе электронной почты главы, о тех программах и проектах, которые сегодня реализуются в Балашихе. Программа по комплексному благоустройству 32 дворов, капитальному ремонту дорог и реконструкции трассы М7 «Волга». Вера Безгина, Никита Ильюшечкин, Роман Суслов. Большая Балашиха.